Дважды герой Советского Союза, кавалер ордена Победа, единственный в истории СССР маршал двух стран – Союза и Польши. Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны, командовавший парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади. Константин Константинович Рокоссовский. 40 фотографий из личного архива его внука Константина будут выставлены в Центральной городской библиотеке до 26 мая. Есть здесь и фотография маршала в Ивантеевке в 7-й школе, где пионеры повязывают ему галстук. Выставку организовал отдел по делам молодежи совместно с молодежным центром. Выставка мне очень понравилась. И я считаю, это очередной подарок нашему городу и всем нам.